Всем привет, с вами Студия Варя. Мы продолжаем проходить бесконечное лето мод под названием Совенок Начало, глава 6. Продолжаем путешествовать по, так сказать, межпространственному сне, можно так сказать. Ну, как говорится, все те, кто находится в лагере, ну, именно девочки и сам Стас, находятся в общем сне. Ну, получилось так, что мы сейчас находимся только Стас, Славя и Мику. Вот проблема становится в том, что Мику боится Стаса. Стас боится своего прошлого. Именно момент колледжа. А Слава, ну, Слава просто испугалась, когда она была маленькая, увидела мертвую бабушку. Ну, ничего там странного, ничего такого. Можно так сказать. Сейчас мы вернулись обратно в бар, но уже за Славей. И начинается второй раунд страха Стаса. Ему надо побороть этот страх, чтобы пройти дальше. Путь, где идти до Мику и поговорить уже там с ней спокойно, тихо, и чтобы никто больше не мешал. Ну, конечно, кроме Сая, потому что Сая захотел пойти с нами. Ну, значит, заебись называется. Ладно, давайте начнем. Вдруг я почувствовал множественные взгляды, смотрящие на меня сзади. Вот и началось. Что началось? Лучше не оборачивайся и закрой глаза. Но, к сожалению, Слава меня не послушал. Будто в каком-то ужастике она, вопреки моим словам, повернула голову. В следующее мгновение на ее лице отразились все оттенки страха. Она резко отвернулась от увиденного и вперилась в пустую барную стойку. Слава, послушай, сейчас ни в коем случае не пытайся встать из-за стойки. Так будет только хуже. Нам придется проходить все заново. Вдруг за моей спиной раздался женский смешок и слащавый до... приторности голос, хорошо знакомый мне. Анжела, вот и снова ты пришел ко мне. Неужели ты передумал, Стасик? Мертвые ледяные тела легли на мои плечи, отчего по коже прошла волна мурашек. Сердце забилось с бешеной скоростью. А что за шкуру ты привел с собой? Прикасайся к ней. Сказал я сквозь зубы. О, кожа, эта девка для тебя дорога. Что же, тогда, пожалуй, развлекусь-ка я с ней. Я дернул рукой в сторону голоса, но она не... Ну, она не нащупала ничего. Раздался заливистый женский смех. Я повернул голову к Славе. Она, закрыв уши во все глаза, смотрела перед собой. А за ней стояли несколько невысоких полупрозрачных темных фигур. Они облепили ее почти полностью. Ты только глянь на эту девку. Кажется, она совсем не справляется со своими страхами. Вижу. Как же я ненавижу эту суку! Как только... То она страх и может прикоснуться ко мне. А вот я... Прикрыв глаза, я представил образ Анжелы, что видел ранее. Резко протянул руку и крепко схватил ее за шею. Тут же почувствовал ладонью покалывающий холодок. О, вот это мы схватили. Раздался негромкий хрип. Открыв глаза, я увидел ее смесь удивления и страха на ее омерзительном посиневшем от души роже. Как ты понял? Догадался. А те рассказы, откуда ты тут взялась? Она с характерным стоном хлебнула кислорода. Не скажу. Я сжал ее горло смеем, надеясь сломать ей шею, но она начала быстро растворяться в воздухе. Еще увидимся, Стасик. Когда мой кулак полностью опустел и сжался так, что я почувствовал, как ногти вонзились в ладонь, я вспомнил про свою спутницу. Повернув голову, я видел несколько черных силуэтов, все еще окружающие ее. Моя попытка схватить один из них провалилась. А ведь точно, так просто их не поймать. Я пытался представить их образы в голове, но все было тщетно. Я не помню этих людей. Вот же зараза. По-видимому, побороть их может лишь сама Славя. Это ее страхи. Повернувшись всем телом к Славе, я стал внимательно за ней наблюдать. Борис! Ну же, Борис! Повторял я шепотом. Уже я ей совсем никак не могу помочь. Еще минутку, я думаю, она продержится. Что, если я просто-напросто схвачу ее и выбегу? Мельком бросив взгляд на выход, я видел, как возле него понемногу сгущалась толпа теней. В зале для выступления и в остальных уголках помещения ситуация была та же. Понятно, со временем краски сгущаются все темнее и сильнее. Среди теней стоит появляться знакомые лица, из-за которых сердце начинало биться сильнее.
Не отрывая от них взгляда, я медленно поднялся со стула и начал подходить к Славе. За спиной послышался спокойный, сухой голос молодого бармена. «Уже собрались входить?» Инстинктивно я захотел обернуться на голос, но поняв, что тени только того и ждут, поборов желание оставить их без присмотра. Бармен, не ожидая ответа, продолжил. «Ваша бабушка уже почти здесь. Вы не оставите пожилую женщину одну, не так ли?» «Что?» Бред тут же промелькнул вид той разлагающей переломанной бабки. «Если она сейчас и правда доберется сюда, не думаю, что смогу с ней справиться голыми руками. Расслабьтесь, дайте я вам чего-нибудь налью». Да еду бармен начал меня раздражать. Внезапно в голову пришла спонтанная мысль. Протянув руку в сторону бармена, я произнес: «Бутылку вина, пожалуйста». Не прошло и 10 секунд, как в руку легла стеклянная бутылка, которую я прихватил поближе к горлышку и занесся над головой. Таси дури раскрошила край барной стойки. Алые прохладные брызги, звон и треск стекла. Уже в следующую секунду в моей руке было кое-никакое оружие самообороны, характерное больше для маргинала в подвороте. Ну, выбирать не приходится. Валив на неживую, не мертвую Славе на плечо, я выставил розочку перед собой и быстрым шагом направился в сторону выхода. Тени понемногу расступались, а свет помещения стал темнеть и краснеть. Телевизионный шум стал виднеться со всех сторон. Я уже находился перед выходом, как вдруг со стороны барной стойки раздался отвратительный гортанный звук. Не удержавшись, я бросил взгляд назад. Под барной стойкой, где еще некогда стоял бармен, копогилась старуха. Покинув банкетный зал, я попытался закрыть двери, но разбитая бутылка в кулаке одной руки и сало на плече другой немного осложняет ситуацию. Горячись входа, я поднял взгляд и увидел, как на барной стойке уже лежала старушечья голова, за которой смотрели прямо на меня. По лбу поблескивал при каждом движении мой самодельный кинжал. Вот ведь живучая тварь. Решив не тратить время на дверь, я тут же развернулся и побежал дальше по коридору. Разобравшись с дверью и побежав в поворот 3, я, к своему удивлению, увидел бьющий со всех сторон свет. Не раздумывая ни секунды, я вбежал прямо в него. Природа, лабиринт. Отлично. Внезапно ковер под ногами сменился на невысокую весеннюю траву. А ярким свечением казался солнечный свет. Свет? Подняв голову, я увидел абсолютно чистое небо. Солнце стояло в зените, но тем не менее чувствовался утренний холодок. Передо мной были пышные зеленые кусты по обе стороны. Сзади сияла темная дыра, из которой, судя по всему, я и выбежал. Смотрелись получше, я разглядел полумертвую еле ковыляющуюся бабку. Да она и минут покоя не даст. Значит, придется ее все-таки как-то убить. Заглянув в кусты, я увидел у них поворот. Лабиринт. Значит, только вперед. Быстрым шагом я вошел в лабиринт. Если я правильно помню, чтобы пройти лабиринт, нужно всегда идти направо. Попробуем. Петляя между поворотов, я начал терять надежду. 8, 99, 100. Кажется, правила классической логики здесь не работают. В таком случае, как его вообще пройти? Бить Минотавра, а в вашем случае монстра? Что ж, в таком случае придется думать, как же звалить эту херню. Обезглавить? А что, если тело сможет двигаться автономно? Расчинить? Может сработать. Или же у нее есть слабая точка, типа сердца или головы. Хотя нет, голову я же и пробил, и ничего. Ладно, придется проверить оба варианта. Ну как же мне это сделать? Из оружия у меня есть только бутылка. Да и со Славой на плече я вряд ли что-либо сделаю. Потыкав розочкой в стену из кустов, я понял, что она не такая плотная, как выглядит. И при желании в нее вполне можно немного погрузиться. Уже Славой на землю я пытался влезть в кусты, но не успел я наполовину проникнуть внутрь, как вдруг уперся в твердую преграду. Ощупав ее получше, я понял, что это была стена из бетона. Она начиналась буквально в 30 сантиметрах от края травы. Значит, так просто не получится. Ну, ладно, в таком случае спрячусь за поворотом. Взяв Славу на руки, я прошел еще пару поворотов, после чего у одного из краев остановился. Садился на землю, облокотив ее на стенку, а сам же спрятался у края поворота так, чтобы видеть девушку. Перехватив розочку поудобнее, я напряг слух и принялся ждать.
А ждать тебя старуха не заставила. Через минуту я услышу звуки шлепания и волочения чего-то по земле. Чем ближе становился звук, тем быстрее начинало биться мое сердце. Успокойся. Я ведь смог завить копию Крюгера. Неужели не совладаю с бабкой? Вдруг шаги оборвались, и началась томительно пугающая тишина. Что такое? Не дыша, я прислушался в поисках хоть какого-то звука. Внезапно звук шлепания резко ускорились. Она меня заметила? Резко став в боевую стойку, я был готов выскочить в любую секунду. Жаль, долго не пришлось. Тело бабки, бегущее на ненормальной скорости, неслось прямо на славе. Я же летел прямо в тварь, представившись розочка в сердце. Удар из-за трясущихся рук, я попал ей в живот. Небольшая часть крови брызнула на меня, а бабка, еще не поняв, что случилось, хаотично двигала конечностями. Но уже спустя секунду костлявые пальцы царапали мне кожу около живота, из-за чего моя хватка ненадолго ослабла, и бабка с неимоверной силой отшвырнула меня. Бешеная бабка. Болезненно приземлившись на траву, я кое-как пытался встать, но бабка, сделав рывок, сократила дистанцию и ударила меня по ноге своими когтями. На ноге появились 4 ровные линии, которые спустя пару секунд стали покрываться багровыми пятнами. Понемногу я переставал чувствовать конечность. Тело стали стремительно покидать мое тело. Силы сопротивляться не было. Вот и все. Я проиграл. Блядь, страшная. Тем временем бабка, поняв свое выигрышное положение, начала медленно двигаться ко мне. Я обезображенное лицо расплылось кривой довольно улыбки, а глаза, между которым торчал мой самодельный кинжал, смотрели прямо на меня. Протянув руку, я смог с легкостью схватиться за клинок, но сил не было даже на это, отчего на моем лице появилась ироничная улыбка. Надеюсь, в Олимпии мне будет скучно. Теряя сознание, смутно заметил за бабкой чью-то фигуру, на меня рухнуло что-то тяжелое. Отрубились. Заебись. Отличный сон в лабиринте. 10/10. Круто. Бабку, наверное, захуерили. Возможно. Ладно. Резко очнувшись, я обнаружил себя на деревянном полу. Быстро кинув взглядом на все помещение, я понял, что нахожусь в чем-то похожем на гостиный зал. Приподвинуться у меня в глазах потемнело от резкой боли в ноге, на чего я схватился за штанину. Это Славя. Только откуда-то сбоку ко мне неожиданно подбежала Славя. Я изобразил на лице максимальное удивление. Наконец-то очнулся. Я промолчал, все так же удивленно пялись на нее. Ты как, ничего не болит? Сразу же после вопроса в ноге раздалась приглушенная боль. Взглянув на ногу, я видел, что штанина была нашинкована 4 ровными линиями и измазана кровью. Прощупав кожу и заглянув через порезы в ткани, я увидел, что на местах ран были плотные рубцы. Это еще что? Сказал ей. А, фу, блять. Ладно, это я перепутал, извиняюсь. Это еще что? Сказал я, медленно переводя взгляд на Славю. Она же завела руку за спину и отвела взгляд в сторону, почему-то смутившись от моего вопроса. Вот и заметил, что ее рубашка чуть ниже груди была порвана. Твоих рук дело. Возможно. Многозначительно сказала она. Ладно, не хочешь говорить, не надо. Лучше расскажи, как мы сюда попали. Да, это интересно. Час назад. Блять, это Вицеславе, ну чё? Ну ладно. А, ну всё, слава богу, это не надо отставить читать. Пока Стас валялся на земле, я готов принять свою смерть. Славя наконец пришла в себя и, подняв взгляд, увидела, как тело бабки склонилось над парнем, собираясь его убить. Славя взглядом окинула местность вокруг себя, увидела розочку и, не думая ни секунды, взяла ее обеими руками, подняла над собой и с криками вонзила в тело бабки. Славя взвыла, после чего превратилась в прах. Не понимаешь ничего, девушка просто ела, смотрела на происходящее. После какое-то время ступор все же сошел с нее, и она, взглянув на Стаса, думала, что он уже мертв. Она склонилась над ним и дрожащими руками прощупала пульс на шее парня. Лицо девушки расцвела улыбку. Живой. Успокоившись на какое-то время, она принялась осматривать тело парня. Видя кровоточащую рану на ноге, она быстро задрала штанину и принялась осматривать ранение внимательнее. На коже были 4 не очень глубокие раны, через которые, тем не менее, сочилась темная кровь. Паника вновь стала одолевать девушку, но даже так она смогла сохранить частичку самообладания.
Благо, Слай обладал какими-никакими знаниями в области медицины. Он оторвал от своей рубашки полоску ткани, сделал какое-то подобие бинта и принялась активно перематывать ногу, но не успевал накладывать на новый слой ткани, как он тут же становился красным. Откуда такое мобильное кровотечение? Слай изо всех сил сжала ногу Стаса. Между тем на глазах девушки стали наворачиваться слезы. Не умирай, пожалуйста! Я не хочу, чтобы все вышло, как в прошлый раз. Пожалуйста, живи! Это все моя вина. Если бы я тогда остановил Мику, ничего бы этого не случилось. Прости меня. Внезапно вдруг девушке стал источаться слабо видимый желтый дым, которым густым потоком плавно перетекал в рану на ноге. Порожно смотря на это, она боялась шелохнуться, чтобы неведомая магия вдруг не развеялась. Спустя пару минут дым прекратил появляться. Пытаясь понять, что случилось, девушка стала медленно снимать самодельные бинты с ноги. Наконец, когда тряпки были сняты, Славя с удивлением смотрел на место, где еще пару минут назад была рана, а сейчас 4 рубца. Взгляд девушки медленно перешел с раны на собственные руки. Что это было? Ну, это сон, тут все такое, все понятно, там можно головой колдовать, блин, все такое, блин, атомную бомбу можно вызвать, а все нормально. Это же сон, блин. Поднявшись на ноги, почувствовал лишь ноющую боль. Где мы? Наверное, какой-то отель. Это-то я вижу. Мне интересно, как я сюда попал? Я притащил тебя сюда. Из лабиринта. Так ты смогла найти выход? Осталось пройти лишь пару поворотов, и уже показался до здания. Вот оно как. В следующем мгновении в голове промелькнул образ бабки. А что с той старухой? Ну, я ткнул ее разбитой бутылкой, после чего она превратилась в прах. Вот оно что! А я-то думал, почему же я никак не мог ее убить? По-видимому, только хозяин страха способен победить его. А, и еще я взял с собой его. Сад достал из-за пазухи мой самодельный кинжал. Спасибо. Приняв его из руки девушки, я заправил на ходу себе за пояс, после чего вновь облетел помещение. Выглядело достаточно просторно. С одной стороны была лестница на второй этаж, с другой – проход еще куда-то. Рядом с этим проходом были стол и небольшая печатная машинка. Стол у меня остановил взгляд на нее лишь на секунду, как-то вдруг заработала. Я тоже слышал, она так же, как и я, пялилась на каким-то образом работающую машинку. Пойдем проверим. Я утвердительно кивнул, и мы молча направились к столику. Приблизившись к машинке, мы увидели, что на ней печаталось. С монотонным звуком прижимания клавиш безостановочно набирались одна и та же фраза. Снова он. В этот раз я сильнее. В этот раз смогу убить его навсегда. А! Мику! Это я уже понял, что это Мику говорит про Стаса. Так, а что, здесь что ли? Да... И что это? Это кто-то печатает? Сара держала листок бумаги, взятый, судя по всему, из кучки уже напечатанных страниц. Мику. О, значит... Ну, быть не может, тогда же... Быть может, тогда же лучше. Мы с ней сможем договориться. Просто скажем, что она не так поняла тебя, что всего это лишь недоразумение. И что ты не хочешь никого убивать. Я взял лист со стола и протянул его Славе. Сая, как думаешь, будет ли она вообще нас слушать в таком вот состоянии? Ну, может, все же стоит хотя бы попробовать. Мику сейчас очень зла. Если не безумно, с каждой секунды она ненавидит меня все сильнее и сильнее. А если она еще и увидит Славу рядом со мной, может, вы ненавидите ее. Тогда обиды нам точно не миновать. Если мы все-таки хотим приубедить Мику, тогда она не должна ни в коем случае видеть меня рядом с Славой. Ладно, давай попробуем. Мой взгляд медленно опустился на печатающий текст. Он изменился. От этого я напрягся, подошел ближе к машинке и стал внимательно вчитываться фразы, пропечатанные с невероятной скоростью. Что случилось? Текст меняется. Машинка нас спасает, но... Жаль, что не говорит, где она там находится. Ладно. Нашла. Убью. Нашла. Что? Она предательница. Предательница. Умри. Мокс успел опробовать эту информацию буквально за мгновение. И как только я закончил читать последнюю фразу, я понял, что к чему. И повернулся к Славе.
Нифига себе, Мика как выглядит. Еще с топором, блин. За сайт в свободном полете уже была Мико. Занесся топор. Больше напоминающий пердыш над ее головой. Я без понятия, какое средство оружие так называется. Все было ясно. Ни о каких переговорах не могло больше идти и речи. Пришло время действовать. Быстро приближился, благо она стояла в полуметра от меня. Я одной рукой схватил ее за голову, другой за спину и, резко прижав к себе, отскочил назад, тем самым спасая нас обоих от удара. Сая только и успела, что еле слышно звизгнуть. Это Мику, блин, агрессивно, с топором, двухручным топором, блин. В следующее мгновение крепко держался за руку и несся по коридору, что есть мочи. Пробежав так несколько поворотов, мы притормозили. Отдышка не позволяла бежать дальше, а рана на ноге ныла. Я отпустил руку Сая, она, борясь с отдышкой, еле слышно говорила. Что? Это сейчас было? Мико, правда, хотел убить нас? А сама-то, как думаешь, здесь сейчас нам нормальная маньячка, которая на сей раз хочет убить нас, обоих. Дыхание постепенно восстанавливалось. Сейчас мы точно сможем с ней договориться. Ну давай, все же попробуем ее говорить. Славя! Она пыталась у тебя убить. Как думаешь, будет она тебя слушать или нет? Девушка уставилась в пол, не зная, что сказать. Отдышавшись до конца, я подошел к ней чуть ближе и потрепал по голове. Ладно, не волнуйся, что-нибудь придумаем. По-хорошему, первое дело ее нужно обездвижить. В противном случае придется просто держаться от нее на приличном расстоянии. У ее аппарата древко длинное. Еще неизвестно доподлинно, на что она здесь способна. О, а вот и она. Вдруг из-за поворота вышла Мику, волоча топор позади себя. Напал держит в руках. Мы же тут быстровые. Взяв свою за руку и не отводя взгляд от Мику, я стал понемногу отходить назад. Мику, медленно двигаясь, злобным взглядом прожигала то меня, то Славию. И откуда мне столько злости? А, наверное, тот страх, который... получил сознание и, так сказать, манипулирует, наверное, Мику сейчас в этом местности. Чё же с ней делать? Вот это загадка будет. Типа, наверное, вот этот... Ну, сейчас вот это закончим и потом скажу свое мнение. В любом случае, думаю, первым делом нужно поранить ноги, чтобы она не смогла до нас добраться. И же Бог потянулся к рукоятке клинка, как вдруг на мою руку легла рука Слави. Позволь мне попробовать поговорить с ней. И думаю, что это хорошая идея. Даже если так, я хочу попробовать. Говорю, она крайне настойчива, и у меня, считай, не было выбора. Устало выдохнул, я сказал. Ладно, как только она захочет напасть, мы уходим. Подведительно кивнув, девушка обошла меня и стала перед Мику. Почти сразу же Мику остановилась, подняв голову, она недовольным взглядом посмотрела на Славу. Мику, пожалуйста, прекрати. Давай лучше вместе успокоимся и разберемся. Стас не хочет как-либо повредить тебе. Пожалуйста, давай поговорим. А пару секунд воцарилось молчание. Мику легко опустил голову и стал крепче стискивать топор. Ага. Молния пронеслась мысль. Мику за один прыжок преодолела 3 метра и занесла топор над Сави. Тут же я схватил Сави за шиворот и отбросил назад. Судя по звуку, приземлилась она довольно жестко. Тем не менее, топор не садил девушку. Не выпуская оружие из рук, Мику отпрыгнула назад и отвела его за спину. В этот раз она целилась точно в меня. Если судить по углу заноса топора, она собирается нанести удар по горизонтали. Славе, ложись! Только успел крикнуть я, Мику уже была передо мной. Почти мгновенно оценив ситуацию, я буквально нырнул справа от Мику, оказавшись немного позади нее. На этот раз мой высокий рост сыграл мне не на руку. Мику скосила часть волос на моей макушке. Бесплатный стрижок зато. Но это было не самое страшное. Стены, на которые пришелся удар, были словно раздроблены осадным орудием. Откуда в этой девке столько силы? Это плохо. Ведь пропустив хотя бы один удар, я мгновенно помру. В таком случае лучше не рисковать. Нужно повредить и руки, или пальцы. Резко выхватив нож из-за пазухи, я ударил снизу вверх, полоснул Мику по запястью. По идее, я должен был сильно ранить или вообще отрубить ее руку. Но на деле там, где должна была быть резаная рана, находилась легкая царапина. Какого? Мику не стала ждать и нанесла ногой мне в бок удар, отбросившись меня в сторону Слави.
Кряхтя, я быстро прощупал ребра. Благо, кости она мне пока что не сломала. Это пока что. Быстро подскочив и подняв вместе с собой Славе, я отступил назад. Если ее так сложно поранить, то нужно бить наверняка по глазам. Славе, отойди как можно дальше, сказал я полушепотом. Мика уже была наготове. Взгляд все это время, следивший за тупором, на секунду метнулся за спину японки. Там, в конце коридора, прислонившись к стене, стоял тот самый пацан из воспоминаний. До него было около 30 метров, при всем желании я не смог бы достать его. Жаль, это паренек, источник бешенства Мику. В любом случае, пока Мику способна драться, у меня не будет и шанса добраться до него. Не думая больше ни секунды, я рванул в сторону Мику, уже бегущей на меня. Пока Мику замахивалась, я сделал неожиданный рывок и почти без размаха полоснул девушку прямо по глазам, после чего она врезалась в меня и, завопив от боли, схватилась за лицо. От удара я упал. Став на четвереньки, я уж готовился убегать. Нихуя там нифига, она там психует. Ладно. Тварь, я убью вас, убью обоих. Нащупал на полу топор, Мику, шатаясь, поднялась и начал размахивать им во все стороны. Его удары молниеносно разрезали воздух, а стены по обе стороны покрывались брешами. Вот черт, она хочет перебить здесь все, Слава еще может успеть бежать, а я в любом случае поумру. Ладно, сохраню хоть одну жизнь. О, блядь. Окей. Я вам там Слава прикрыл называется. Я схватил на ноги и заслонил Славу от череды молниеносных ударов. Буквально через мгновение по телу прокатилась волна режущей боли. Казалось, что тело крошится в огромной мясорубке. Адреналин немного заглушал боль, но даже он не смог справиться с таким. Через несколько секунд, показавшись внешностью, Мика прекратила месить меня. Последнее, что я успел сделать, слезть со Славы и опокатиться на стену. Взгляд стал закрываться черной пеленой в перемешку с белым шумом. Уже через секунду я перестал что-либо чувствовать и видеть. Заебись! То есть ранит лица Сай за 10 секунд до смерти Стаса. А, мама умер. А, заебись. Окей. А, повисание от Слави. Блин, я не хочу от Слави читать. Ну, реально, ну как-то вообще неохота читать от Слави. Ну, прямо от лица Слави. Ну, блин, рядом, потому что... Не готов. Ладно, придется, еще раз придется. Шумит, ну ладно, ну не так слышно хотя бы. Окей, поехали. Мику начала быстро размахивать топором, попутно крича от ярости. Тут же Стас быстро развернулся и с испуганным взглядом накинулся на меня, сразу же прижав к себе. Вдруг послышали звуки разрывания ткани плоти и еле слышные утробные вздохи. Когда все закончилось, я неспешно открыл глаза и обомлело. Стас, конечно, надо мной, был сильно изранен. На его ран черными густыми потоками сочилась кровь. Меня обдали сильный страх и сожаление. Зачем? Зачем ты это сделал это? Ну вот, хватился он тут. Ничего не ответив, он слез с меня, облокотился на стену и выдохнул. Через секунду его голова опустилась, и он перестал как-либо двигаться. Только не говори, что он... Нет, нет, пожалуйста, не надо, не умирай, не бросай меня тут одну. Из глаз непроизвольно спалились слезы. Но через несколько секунд я увидел полупрозрачные ноги рядом со Стасом. Не понимая ничего, я просто бессильно поднял взгляд. О. Здоров, поздно, ты очень поздно пришел. Рядом со Стасом стоял высокий рыцарь, облачённый в золотые доспехи. Он смотрел на Стаса, но заметив мой взгляд, он посмотрел на меня. Ты что, видишь меня? Его голос раздался прямо в моей голове, вот такое потерял до речи. Говори живо! Медленно, явно сердито, сказал он, смотря на меня. Вижу. Ясно, хуй с ним, плевать, как это работает. Тебе нужно придумать, как усмирить эту сучку. Сказал он, указывая на Мику. Но как? Моя, нихуя вам, детишкам-то верить нельзя. Ладно, в таком случае сделаю все сам. В следующий момент у его руки с ярким сиянием появился большой лук. Надеюсь, я тут не расхуярю пол коридора. Хотя, поебать.
Вдруг рядом с Ником появился мальчик, отделенно похожий на Стаса. Кто же Глэй принес рассказ Стаса, а судя по всему, это мальчики. Не-не, так будет совсем неинтересно. Давай-ка выровняем шансы. Сказал он с довольной улыбкой, после чего, прикоснувшись к Мику, мгновенно снял все раны, которые успели нанести Стас. Рыцарь поднял руку, предположенную той, в которой держал лук. От нее начал исходить желтый искрящий свет. Но уже спустя пару секунд свечение потухло, и на его лице появился досада и раздражение. Черт, сил не хватает уже даже на это. Что? Скоро я исчезну навсегда, и тебе уже самое придется разгребать это дерьмо. Бля, придется все-таки это сделать. Приготовься, сейчас будет очень больно. Лица положил свою голову мне на голову, и тут же все мое тело напряглось от невыносимой боли. Глаза заволокло белой дымкой. О, воспоминания. И тут Стас! А, не Стас. Да похож на Стаса, вот реально. Ой, блядь, я уже не знаю, я уже пытаюсь. Блядь, везде у всех везде похож. Тот Стас, блядь, реально похож на Стас, блядь, ё-моё. Ладно. Вот здесь я и училась, когда была еще такой же маленькой, как ты. Женщина била рукой убранство ветхой избушки. Выглядит старо. Ну уж прости, что есть, то есть. И все-таки прошло так много времени. Старая женщина, судя по всему, начала предаваться воспоминаниям себе в голове. Постояв так еще несколько секунд, она осталась на стол и измотав руками, как крыльями, подошла к нему. Ой, а вот тут я варила свои первые эликсиры. Бабушка, ты что, волшебница? Да, моя крошка, я волшебница. Хоть предпочитаю, когда меня называют травницей. Сказала она и потрепала девочку по макушке. Но магии ведь не существует. Как не существует? А что это? Женщина взяла со стола одну из мензурок и, внимательно рассмотрев бумажку на ней, пробубнила. Вроде еще должно работать. Не теряя ни секунды, она залпом влила в себя все ее содержимое. Спустя пару секунд на голове женщины показались кошачьи ушки, а из-под юбки показался двигающий хвост. Ого! Ты заправда волшебница? Травница, моя дорогуша. Травница. Вот это, блядь, соединение всех миров называется. Окей. Оторвав глаз от бабушки, маленькая Славяна стала изучать... Оторвав глаз от бабушки, маленькая Славяна стала изучать содержимое стола. И вдруг ее взгляд случайно скользнул вверх. На полке была стояла небольшая рамка с рисунком какой-то семьи. А это кто? Сказала девочка, тыча пальчиком своей маленькой ручки в сторону картины. О, это долгая история. Сняв картину с полки, она протянула ее Славе, которая тоже начала пристально изучать. На картинке было семейное фото, судя по всему, мама, отец и их сын. Мальчик с нелепо торчащими в разные стороны волосами, держащий в руке игрушечный молоток, и как-то настороженно смотревший с картинки на Славе. Это семья ныне покойных Они пытались создать их тела. Они пытались создать из тела их ребенка сосуд для Бога. Первые 5 лет все шло хорошо, а потом в один день умерли и отец, и мать. А мальчик бесследно пропал. Вся деревня тогда их искала, так и не нашли их. Мальчик был тогда такого же возраста, как ты сейчас. Бабушка, откуда ты это знаешь? О, эту историю рассказывала мне еще моей бабке и ее бабка. Много времени прошло. Они были тоже травниками? Нет, вернее, не совсем. Девушка на фото была потомственной чародейки. Ее начальные возможности колдовства были уже на уровне моих нынешних. И что же ты еще умеешь, ба? Изначально наше предназначение было лечение. Но в смутные времена нам приходилось часто защищаться. А потом приходилось переносить магию лечения в атакующую магию. После этих слов рука бабушки начала испускать желтоватый светящийся дым. Его действие напрямую связано с тем, чего ты хочешь. Ты хочешь кого-то вылечить? Тебе стоит просто подумать об этом. А если захочу навредить? Все идет напрямую от твоего сердца. Если ты будешь желать человеку добра, навредить ты ему не сможешь. А если ты зла желаешь ему, не сдобровать ему.
Аному. Ты научишь меня пользоваться этой силой? Конечно, но у меня есть одно условие. К концу тренировок ты забудешь обо всем. Но почему? Эта сила секретна. Никто мне в нашей семье не должен знать о ней. Не волнуйся, я верну тебе память на твоем 18-летие. С помощью своих чар. А, я уже 18, точно. Ха. Женщина показательно провела в воздухе рукой, от которой исходил светлый дым. Что ж, готов приступить к изучению чародейства. Да! Поставив фото в рамки на место, Слай взял бабушку за руку, и они покинули ветхую избушку. Ага, значит, это воспоминания были. Прикольно. Слай у нас, оказывается, чародейка-травница из этой новеллы под названием «Травница». Круто! Внезапно боль вернулась, и уже спустя мгновение я упал на ковер. Так вот, что это было. Взглянул свои ладони, светлый дым окутал их, просачиваясь меж пальцев. Сжав кулаки, я понимал, что должна делать. Я быстро поднялась на ноги и укорозненно взглянул на Мику. Привет, что? Мику, прекрати сейчас же, иначе я буду вынужден остановить тебя. Ух, блин. Драка девок. Ха-ха, заебись. Не, это уже будут мои мысли. Ой, ладно. Остановить меня? Ты, видимо, слишком высокого мнения о себе, Славишка. Сначала сказал, что он на тебя чуть ли не напал. Сказал мне, что он опасен, а я пошел за тебя мстить. Но зато потом, что я вижу, вы вместе гуляете чуть ли не за ручку. Как ты это объяснишь, а, двуличная сука? Не, мерзко самого читать называется. От ее слов мне стало немного не по себе, но когда я посмотрел на Стаса, страх пропал. Теперь я был уверен, Мику надо остановить. Сейчас ты просто не в себе. Не понимаю, ты злишься, но это не повод калечить людей. Стас не был ни в чем виноват, он просто защищался. Защищался? Он лишил меня зрения. Должно быть, он просто не мог поступить иначе. Вот ему и пришлось. Оправдание. Ты вечно всех оправдываешь. Тебе само это не надоело? Вечно строишь из себя под девочку. Как же меня это раздражает. Ты отвратительна. Ладно, дома ты сейчас не... Тебя сейчас не приубили. Тогда попробуй другой подход. Я нарочно хрустнул костяшками. Ты что ж ты сделаешь мне? Отчитаешь? Поставишь в угол, расскажешь вожатой? Нет, я сделал с тобой кое-что иное. Вот это интересно. Это бутылка. Вот это сейчас... А что, прикольно. Мне нравится. Через несколько секунд я уже бежал на Мику, которая, судя по всему, не ожидал такого поворота событий. Приблизившись к ней ближе, я ударил сверху, но Мику смогла уклониться. Она была явно в шоке от такого. На те время я облокотилась руками на полу и ударил с двух ног Мику в челюсть. Сделав это, я кувырками отступил назад. Мику от такого отлетела на пару метров. Став стойко, я пристально смотрел на нее. Ха! Заебись. А причем это арт можно увидеть в скриншоте самой модификации, так что мы это дождались, называется. Это все? Не успел договорить, как Мику заливалась истерическим хохотом. Неплохо, а ты не пой девочка, какой я тебя считал. Ну что же, давай сразимся. Мне кажется, одинаковый голос считаю, ну и ладно. Резко вскочив на ноги, Мику побежал в мою сторону. Она стала быстро, но бездонно махать топором, и я когда могла сдержать ее удары. Потихоньку я начал выдыхаться. Поняв, что это не может так долго продолжаться, Мику отпрыгнула и занесла топор вертикально вверх, уже, как мне кажется, все свои силы. «Умри!» Она с безумным выражением лица прыгнула на меня. Я поняла, что не смогу парировать такую сильную атаку. Поняв, что меня ждет смерть, я смиренно закрыл глаза. Вдруг сзади раздался душераздирающий рев. Мы с Мику как по команде вернулись на звук. О, а чё с Тасом? Ладно. Ух ты, хоть есть мамки. Вот это он ярко светится. Мне глаза больно смотреть. А, ну ладно. Там, где еще несколько секунд назад было тело Стаса, стоял белый светящий силуэт, а рядом с ним напряженный рыцарь. Резко подскочив к Мику, силуэт отправил ударом ноги в полет на добрые 10 метров. Застыв от страха, я не могла и двинуться. Наконец существо повернулось ко мне, его глаза светились, а от тела исходил еле заметный светлый дым, как из моих рук.
Рука, она медленно потянулась к моему лицу, нежно прикоснулась к щеке. Но уже через пару секунд что-то оттолкнуло его сзади. После этого он громко взвыл и, резко опустив руку, он схватился за рукой топора, который был воткнут в его спину. Выдернув ворот же, он будто бы отработанную технику метнул его назад Мику. Тоже раздался ее крик. Боже, ему в спину врезался топор, а он все еще стоит на ногах? Белое существо вновь посмотрело на меня, но через мгновение оно схватилось за голову и истошно заорало. Через какое-то время оно замолчало, и от него стало обильно исходить светлый дым, и тогда я смогла наконец-то смотреть под белой дымкой Стаса. Как только тело Стаса перестало источать дым, он обмяк и упал. Тут Стаса подбежал к тот рыцарь и поймал его на руки, но тот стал понемногу просачиваться сквозь них. Присмотревшись, что вы понимаете к нему, я поняла, что рыцарь не отбрасывает тени и что он полупрозрачный. Тут он поднял на меня взгляд. Слушай сюда, у нас пиздецки мало времени, но его все еще можно спасти. Помоги мне перетащить его тело в комнату. Я быстро кивнула и взял Стаса за руки, полокал его вслед за рыцарем. Пройдя один поворот, рыцарь стал на месте, затем резко побежал и влетел в одну из дверей. Дверь слетела с петель и приземлилась уже внутри комнаты. Затащив тело Стаса внутрь, я невольно посмотрел на номер двери. 237. Как только мы оказались внутри, рыцарь резко ставил дверь обратно, но дверь она идеально стала на прежнее место. Быстро глядя в помещение, рыцарь указал на ванную. Тащи его туда. Сказав это, он сам резко прошмыгнул туда, сорвал ящик со стены и небрежно стал что-то искать в нем. Заметив мой взгляд, он, как мне показалось, укоризненно посмотрел на меня и сказал: «Обволоти его на стену и подержи вот это, только не поднеси к носу раньше времени». Присущим от страха руками я сделал, как было сказано. Мне только захотелось пройти пульс, что я незамедлительно сделал. Прижав пальцы к его шее, уловил слабое биение, его сердце билось, но очень медленно. «Он жив?» «Конечно же, блядь, он жив! Если он был мертв, я бы здесь и не сидел, ебучий маленький ублюдок, как ты смог подавить меня?» Еще раз взглянул на рыцаря и увидел, как из его груди и спины со светом стало появляться что-то продолговатое деревянное. В следующий момент рыцарь закашлялся и схватил за кусок деревянной палки, воткнутый прямо в его сердце. «Вы как?» «Нормально, мне умирать не впервые, особенно в компании этого пацана». Изо рта рыцаря стал маленькими струйками течь темная густая кровь. «Что же такое?» До сих пор царила тишина. «Че?» «Парень». Гавей, рыцарь солнца, бывший. Сейчас же я должен вернуть ему должок. Плохо он указал на Стаса. Должок? Ты скоро сама все поймешь, как только погрузишься в тот мир, где сейчас находится его душа. Вы пойдете вместе со мной? К сожалению, нет. Мне хватит сил на материализацию лишь одного тела. Может, только вы пойдете? Я не могу. И не так долго осталось. Ну как я смогу это сделать? Ты справишься, я знаю. Обессиленный Гавейн, стоящий на четвереньках, протянул ко мне руку с открытой ладонью. Вот, чуть много и много. Защи Стаса, скажи ему, что он во сне, потом возвращайся обратно. Действуй, Славя. Вот это жесть. Это не от Рега, это Гавейн. Это какой-то Гавейн. Что? Что вообще происходит? Я вообще не понимаю. Лен, я уже просто уже все, я запутался. Везде там, Стас, там, везде. Ну я понял одно, что вот этот паренек, от которого воспоминания Мико, и тот, что он, как говорится, у него есть сознание, он может что-то делать, ходить там, что-то делать. Это, как можно сказать, темная сущность. Правда, почему находится воспоминание Мико, это загадка, если честно. Ладно. На этом, пожалуй, мы остановимся. Будет нужно продолжение 7 главы «Путешествия воспоминаний Стаса». Чувствую, мы будем видеть очень много старых и не очень его приятных воспоминаний. Ладно, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. С вами Славя Варя. Это был «Бесконечное лето», мод под названием «Славянка. Начало, конец 6 главы».